Нужно 1,5 килограмма смородины. Почему на полтора? А у меня потому что вот таз этот, да, в котором варится, в котором варю, да, ага. Медный этот таз. Я в него варю вот 1,5 килограмма смородины, да. То есть мою сам, моешь смородину, ну не буду уж не говорить, что ее нужно помыть, чуть-чуть подсушить. Само собой. Ну да. Не, можно и не сушить. Значит, на 1,5 килограмма я кладу смородину в таз, наливаю туда 1,5 стакана воды. Это понятно, да? Варю без сахара. Вот только вот налила воды. И сколько там еще с этой сок с нее будет, с смородины. Оно сразу или пусть постоит немножко? Че, зачем стоять-то? То есть сразу помыла, ну, то есть помыла в таз 1,5 стакана воды. Значит, минут 15-20 я варю, как компот он получается. Понимаешь, mm-hmm. да? Ну, то есть он еще сок свой дает, да? Минут 15. Это для чего? Чтобы ягода сварилась, корочка у ягоды, чтобы была мягкая. Когда его сразу засыпаешь, смородину, шкурка, mm-hmm. да. Потому что когда засыпаешь сразу сахаром, она становится, смородина скурёживается, сваривается, и очень это жесткая получается эта вот шкурка. А здесь, когда как компотик, вот она сварится, да, минут 15-20. Потом всыпаю туда 1,5 килограмма сахара. Угу. На медленном огне еще не менее 40 минут. Помешивая. Все? Не менее. А если час вдруг получится? Нет, час уже не надо. Сейчас. И все говорят, что это 5-минутка, и там 15 минут, ничего подобного. Из 15 минут он еще не как следует не застынет. Да? И он еще, да, он все равно эту воду, которую мы налили, да, угу. она должна все равно испариться. Ягода-то все равно уже у нас сваренная, она мягкая. Угу. А потом, в общем, это самое, уже с сахаром она варится, она не будет такой, корочка не будет... Это самое, ну, такой жесткой. Все. Потом... В горячей банке? Или... Нет, я не в банке кладу. Я горячим, вообще варенье всегда разливаю горячим по банкам. Угу. Ну, промою, простерилизую баночки, и все, они у меня тут стоят. Я горячее варенье, ну, не на совсем уж прям кипяток, чуть-чуть постоит. Я заливаю горячим. Почему? Потому что когда... Я же не закручиваю крышки, да? Ну, когда просто даже можно закрыть там пластмассой и все. Она остывает, да? И засасывает эту, потом эту крышку. Стоит у меня по годам. Годами стоит это варенье. И получается оно как желе. Сколько из 1,5 килограмма смородины вы сварили баночек? Вот пол-литровых или? Пол-литровых. Пол-литровых. Ну, 5 штук и получится. 5 штук? Конечно. Хорошо, хватает на зиму. Даже больше, наверное. Угу. Красота.